скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Всем привет, Шунь, привет. Здравствуй, Коксик. Ой, Шунь, ты что, плачешь? А что случилось? Да мы с Зубком поссорились. Да? А что случилось? Да понимаешь, он у меня попросил медвежонка для испытания новой машины. А я испугалась, что с моей Мишенькой что-нибудь случится. Ну, в общем, Мишку я им не дала, а он обиделся. Сказал, что дружить со мной не будет. Ну, понятное дело. Кто ж будет дружить с тем, кто жадничает? Коксик, ты же. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Здравствуйте, тетушка Дарья. Ну что, чай будем пить? Будем, конечно. Здравствуйте, тетушка Дарья. Шунечка, Коксик, что здесь произошло? Что случилось? Коксик, неужели ты обидел малышку? Вот еще. И ничего я ее не обижал. Это Шуня обидела Зубка, игрушку ему пожалела. И дружить я с ней больше не собираюсь. Ой, мне же... Мне же для Зубка ничего не жалко. Но Миша... Коксик, а ты во всем разобрался, прежде чем обижаться на Шуню? А что тут разбираться, и так все ясно. Я Зубка никому в обиду не дам. Даже Шуне. Да, как-то нехорошо все произошло. А я вообще хотела историю сегодня новую рассказать, интересную. Ну, если вам не до того, мои дорогие друзья... Ой, тетушка Дарья, да. А про кого эта история? Ну, про наших лесных друзей. Ой, а расскажите, пожалуйста. Ну, хорошо. Коксик, а ты слушать будешь? Буду. А чай? Ну, чай чуть позже, когда Зубок придет, хорошо? А, хорошо. Итак, слушайте. Одним зимним погожим деньком шел медвежонок по лесу. Любовался заснеженными деревьями. Ух ты, какая красотища! Снега столько за зиму выпало, что в нем как в речке купаться можно, кувыркаться, в снежки играть. Только одному играть неинтересно. И куда только хвостик с кисточкой делись. С утра собирались к роднику за водой сходить, да только ни дома, ни у родника их нет. Я здесь. Ой, здравствуй, кисточка. А я тебя и не заметил. Здравствуй, Потапка. А где же хвостик? Не знаю, то есть знаю. Что-то я ничего не пойму. То не знаешь, то знаешь. Да мы с хвостиком поссорились. Ну да. Ну понимаешь, мы собирались к роднику за водой сходить. Ну это я помню. Ну а меня мышки позвали посмотреть, какую им новую игру подарили. Ну вот. Что вот? Потапка, ты только пообещай, что не будешь на меня сердиться. Да за что ж мне на тебя сердиться? Ну ты понимаешь, хвостик пришел, а я ему говорю: может быть, ты за водой один сходишь, а то меня мышки в гости позвали. А хвостик обиделся и убежал. А теперь вот, прячется от меня, видеть не хочет. Вот уж, кисточка, от тебя я такого никак не ожидал. Ну, знаю, я очень нехорошо поступила. Вот и ты теперь тоже на меня обидишься из-за друга. Ну, нет, кисточка, вовсе я и не собираюсь на тебя обижаться. Ты ведь и сама знаешь, что так поступать нельзя. Знаю. Я что думаю?
Пойду-ка поищу Хвостика и скажу, что ты просишь у него прощения. Ведь вы такие хорошие друзья, столько раз друг другу помогали. Он тебя обязательно простит. Ой, спасибо тебе, Потапка. Ой, как я хочу, чтобы Хвостик меня простил. Мне так без него грустно. Ладно, кисточка, жди. Я обязательно найду Хвостика. Тетушка Дарья, ну и как? Нашел медвежонок зайчонка? Ну, конечно. И, конечно, Хвостик простил кисточку, потому что они друг друга никогда не подводили. А потом вместе пошли играть к мышкам. Тетушка Дарья, да. А вы действительно именно эту историю хотели рассказать, когда к нам шли? Ну, вообще-то, я просто хотела угостить вас пирогами. Понятно. Тетушка Дарья, вы зря думаете, будто я не хочу, чтобы Шуня с Зубком помирились. Ой, ну, Коксик, ты что? Я вовсе так не думаю. И правильно, ты, Шунь, не огорчайся. Я сейчас Зубка найду и обязательно вас помирю. А, да, и ты тоже на меня это, ну, не обижайся, ладно? Спасибо, Коксик. Ну, как я могу на тебя обижаться? Ведь ты такой добрый. Добрый? Да я прямо сейчас Зубка найду. Ой, телефон. Алло? Зубок! А мы как раз о тебе говорили. Надо, что? А, ну, конечно, конечно, передам. Ты там побыстрее со своими испытаниями разбирайся, а то тетушка Дарья пирожки принесла. Мы чай пить собрались. Ага, да. Шунь. Да. А мне кажется, что это как раз звонил Зубок. Ну да, да, да. Ой, Зубок просил тебе передать, Шунечка, что зря он твою любимую игрушку хотел для испытаний взять, что он сейчас что-то другое придумал. И вообще, он у тебя прощения просил. Зубок? У меня? Вот это да! Вот и замечательно. Раз все друг с другом помирились, друг перед другом повинились, сейчас будем накрывать на стол, как раз Зубок придет, и сядем пить чай. Ой, давайте. Только сначала давайте попрощаемся с ребятами. Угу. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Ангела-хранителя.